Российская актриса эстрады Елена Воробей сообщила, что у нее произошел скачок давления из-за переутомления. В среду ряд СМИ сообщил, что Елене Воробей потребовалось вызвать скорую помощь, поскольку она почувствовала недомогание. При этом в пресс-службе артистки заявили, что в среду юмористка чувствовала себя хорошо и находилась на съемках. По словам артистки, в Москве ей на всякий случай вызывали скорую помощь.